Губы помажем. Мы сейчас покрасим твои зубки и увидим, где ты немножко недочищаешь. Ну, в целом у тебя неплохо почищены зубы. Есть, видишь, прокрасилась вокруг брекета, но там самые труднодоступные места. Угу. Вот, а дальние зубы у тебя почищены, кстати, очень даже неплохо. Ты молодец. Раз, два, три. Ну все, теперь идем к ортодонту. Потихонечку встаем. Слушай, как с брекетами? Долго привыкал? Ну нет, отлично. За 5 дней привык после того, как поставили их. Изменилась ли у тебя как-нибудь гигиена? Да, стал каждый день чистить по 2 раза. Раньше чистил по 1. Сейчас чищу с утра и перед сном. И ношу резинки специальные. Классно. А по питанию? Ну вот, может быть, что-то нельзя, что-то некомфортно. Ну, перестал есть много жесткого, допустим, орехи и жвачки, а так особо не изменилось. Ну, в целом, твой отзыв про брекеты. Тебе нравится, нравится? Да, уже привык, даже не мешают, и красиво с ними смотрятся зубы. Супер. Там видно, какие они беленькие, прочищенные. Ну, да. Поэтому старайся в области брекетов щеточками, ёршиками, ладно?